эта конференция, она проводится как бы в рамках недавно создавшегося общества реконструктивных урологов. Сейчас недавно появилось такое общество. Учредителями этого общества являются сотрудники кафедры урологии 2-го медицинского института. В это общество входят главными экспертами, хорошо известные вам, такие профессора, как, ну, буду безымянно отчество, Лоран, Велиев, Комяков, Петров, Медведев, Живов и так далее и тому подобное. Много, много у нас хороших профессоров, которые занимаются реконструктивной урологией. А что такое реконструктивная урология? Это и урогинекология, и онкоурология. Короче говоря, оперативная урология. И вот в рамках этого вновь созданного общества мы будем организовывать мастер-класс. Вот, допустим, мастер-класс, посвященный стрессовому, вообще недержанию мочи. У нас в планах следующий мастер-класс в следующем году сделать под названием «Оперативное лечение, диагностика и лечение мочеполовых свищений». На мой взгляд, очень интересная проблема, очень сложная проблема, противоречивая. Естественно, конечно, мы возьмем материал Олега Борисовича Лорана, пригласим его. У нас очень большой опыт по лечению и пузырно-влагалищных, и пузырно-кишечных свищей. Вот будет такой мастер-класс. В то же время, в конце февраля, мы организовываем нашу ежегодную видеоконференцию. Наверное, многие были на ней, многие о ней знают. Эта конференция будет называться «Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы». Вы знаете этот формат этой конференции. Только видеофильмы. Это 7-10 минут. Мы смотрим фильм, а затем автор этого фильма отвечает на вопросы из зала. Уверяю вас, конференция пользуется успехом. Что там говорить? Конференций много, и надоели эти доклады, повторяющиеся из конференции в конференцию. А что же касается такого формата видеофильмов, то это очень хорошее подспорье для молодых и немолодых урологов для того, чтобы овладеть оперативной техникой. Конференция российская, с международным участием. Добро пожаловать в следующем году, в конце февраля.